Существует пророчество, что прибудут четверо ребят за круглый стол и вновь соберут свои разноцветные колоды с цифрами. Спустя долгих полтора года под гул людских просьб разнесутся на канале их запоминающиеся фразы. Тебя на Авито продам арабам. Ты сегодня не срёшь. Я покакаю. Буду это играть цыган. Я колдую тебе запор. И выучат наши герои словарь русского мата. Да вспомнят все возможные способы поднасрать друг другу. А первоапрельская четвертая часть навсегда останется мифом. Грядет порция смеха, которого так долго ждали. Грядет финал карточных партий. Грядет четвертая часть Уна. Алло, ребят? Нет. Вы живы, ребят? Нет. Нам надо четвертую часть записать. Нет. Подписчики просят. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. А мы ее засняли. Дамы и господа, во-первых, я рад вас приветствовать, как и было сказано, в финале наших карточных партий. Так яро просить четвертую часть, хоть мы и не планировали ее делать, но на ее создание сыграло несколько факторов, как, например, один из наших кентов в армию уезжает. Во-вторых, я обязан предупредить, чтобы не было никаких вопросов. Эта часть имеет разные шутки, которые, ну, скажем так, политические. И то она только одна. Просто просьба, не нужно воспринимать это близко к сердцу, а уж тем более не нужно строчить в комментах, какая я мразь и не вырезал это. Я эти шутки, конечно же, осуждаю и все такое, но если вас подобное в интернете настолько сильно задевает, то просто ставьте дизлайк и, ну, как бы, все. Что ж, я думаю, вы готовы, поэтому поздравляю с окончанием карточного путешествия и приятного вам просмотра. А, кстати, ребят, я очень сильно хочу посоветовать вам Hornybox. Отличное название, не правда ли? Сервис от блогеров для зрителей, которые могут пополнить баланс Стима с минимальной комиссией на рынке в 13%. Тем самым сэкономив свои денежки, а во время летней распродажи без этого никак. Также, кроме Стима, можно пополнить Genshin и Star Rail намного дешевле, чем в самих играх. Все нужные ссылки ты найдешь в описании, если вдруг тебе нужно связаться с техподдержкой или побеседовать с ребятами по поводу сотрудничества. Мне написали, Егор, добрый день. Я тебе сейчас в рот насру! У меня, оказывается, аватарка зайца этого стоит, я ее в менюшке не поменял. Вы этих ублюдских зайцев поставили. Ба-ба-ба-ба делает! Ба-ба-ба-ба-ба! Бля! Поставь зайца! Поставь зайца! У нас будет просто дюймовочка и три зайца. А ну-ка, давай-ка ты. Нет! Давай ты! Отдай, петух! У меня нет желтых! Первые 3 секунды. В этот раз мы должны Бенда просто разъебать. Он говорит: мама! 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 Ты! Питон! А, у тебя желтых же нет! У меня есть одна идейка. Оу, ноу, мистер Пилкинс. А вот я не помню, как... Мама! 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 Синий самый фаворитный. Как там ебаться сюда? Чего, бля? Там оставили, а? И с тремя ботами, и всё. Изнасиловал в искусственный интеллект. Охуеть, блядь, куда? Это мне? Он сразу пошел в разнос, ну пиздец. А я выиграл. Блядь. У меня 25 уровень, ровно как у меня хромосом. Я сейчас набрал говна, типа, чем с простого. Да вы охуели, дайте поиграть, блядь! А у меня нет красных, блядь! Эй, блядь, подкидной сделать, нахуй! Там Аня просто до мышки дотягиваться пытается со своим ростом. Она стульчик встала полный рост, такая... Это идите в эту хуянилишкая. Я бы кинул запретку, но я сегодня добрый, поэтому кину 6. Я кину запретку, пи***а! Поздравляю, у тебя 2 отца прибавил. А, мне ж карту дали. Аня, помолчи ради всего святого, а? Я тебя молю, просто у меня тут гармошка сейчас будет. Подожди, я тебе сейчас сыграю, блядь, собачий вальс. Что же с вами сделать? Ой. Спасибо! Спасибо! Ты помнишь добро, Бен? Ты его помнишь, блядь? Дайте минет сделаю. Я хочу победить хоть в одной части, это надо. 12 seconds later. Да как? Ну нахера ты это сделал? Ну у меня нет зеленых, бля! У меня нет зеленых! Да поймите вы уже, черти, ну нет у меня синих! Я знаю всего 3 способа, как обозвать вас, и все вы, сука, гандоны! Я тоже знаю, какая у него карта. У тебя склероз, нет! Я излечился, гнида, теперь у меня деменция. Ну зато у меня теперь 2 семерки. И 1-0. А у меня просто в картах Мексика, блядь. Эн паравагон дель паль. Эн гарабабон дель паль. Иди нахуй. Я выиграл! Просто, блядь.
Но я открыл, короче, словарь. Чё, хули, блядь, ебучий? Ой. Вы, как вас назвать? А стиль бы ебаный. Бен, ты ебаный кипарис. По кругу пущу как розу. Ой, я нашел, по-моему, свой любимый цветок. Трахелиум, ты мой, блядь. Хризантема, ебать! Вот я сейчас даже прочитаю. Леукодендрон, дрын ебаный. Эдики, бедики, ели вареники. Ты будешь ебучим гладиолусом. На тебя будут ссать коты. Товарищи, завалите ебало. Я ваших матушек лично встречал и каждую в руку целовал. Знаете, сейчас на... Извините. У вас два... Мадемуазель, вы на член присели? Нет, вы что? Я так рада от победы. Нихуя себе. У меня здесь нет мамы. Она на Авито. Ой. Простите. Мне просто вот сейчас интересно, победит ли он сейчас или нет? Эд, поздравляю! Да! Первый да! 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 Я победил! Я победил! Первая победа за 4 части! Да! Победил наконец-то! Я победил! А, я пойду воды себе налью. Не могу это оставить просто так, сори, ребят, сейчас 5 сек, дайте мне. Кто это? Специально можно только в рот взять. Я специально иногда брала. Тайм стопнулся после слова. Брала. Разъебала. Аня, ты просто мессия. Спасибо. Спасибо. Да ебаный в рот. Да как? Ну на. Позитива нет, иди нахуй. Тому Аня целый зоопарк на заднем плане. Одна птица. Это как активно пиздит. Ну ладно, пойду анекдоты читать. Да, слушай, давай нам анекдотики какие-нибудь. Акробат умер на батуте, но еще какое-то время продолжал радовать публику. Есть классика, а-ля две вещи не стареют, черный юмор и невакцинированные дети. Пошло говно по трубам. Это даже не Щерев, даже не смотрит про это пошутила, а Аня. Я тебе, мать, взорву, сука! Сука, ты ядерный дилдорбек, блядь. Даша, путешественница, успокойся! Ульта Леона из Бравл Старса. А я победил, кстати. Его зачали под партией Уна. Его мать выиграла в этот момент. Аня, прости, пожалуйста. Не, у меня есть чем-нибудь. Лососнул тунца, хотел мне поднасрать. Вот теперь живи с этим. Дай подогнать! Yes! Сосать, женщина! Я в твоем доме взорву газ, и ты... Я жонглёр с семерками, ты мне ничего не сделаешь. Ты жонглёр своими яйцами, блядь! Да, и что?! Что за фраза, ёбан? Жонглёр и ичик. Она выбрала тот цвет, который у него, да? Да. Скидывайтесь мне по 1000 рублей, и я вам позволю выиграть. У тебя внутри родители в колоде родились, или что? Нет, мои карты! Какой же ты мои, сука, карты! Бабушка, успокойтесь. Это мои карты! Да все уже, забей, их ценность пропала, вон, посмотри. Вот так вот, я ж говорю, 10, 10, 10, 10, и сидит инвалид на перфекционизме 9, блядь! История повторяется, история повторяется. Да ну, что? Хорошо. Если бы Спарку опять плюс 12 бы выпало, ну это вообще отсылочка была бы. У меня фпсов 0. А я тебя ненавижу, зеленый ты кусок говна! Я выиграл! Да! Ура, победил! Сосайте, ёбы, сосайте! Нет, моя Украина! Бля, мне сейчас так порвало и мое очко тоже. 11 карт, ты угораешь? Нету тут зеленой, ну тут нету зеленой! Ворона, хорош! Да ну какой же ты мудак! Нету у меня зеленый, ну что ж ты творишь, гнида! У меня нету... Дай мне палку, я его сейчас отпизжу нахуй! Щемф, у тебя есть плюс 2? Давай! Мне очень интересно лицо Бенда сейчас. Блядь! Отличная командная работа, парни. Командно обосрались. Ай, блядь, я локтем ударился. Зачем ты стонать начал? Да мне больно, блядь. Тебя в попу? Да, давай. Но я один раз выиграл, и игра такая, все. Наигрался, и хватит. По йогурту и спать. Блин,
Что же с тобой сделать? Давай тебе испортим жизнь. А что, идея? Ну, мои корды! И ломай мне яйца. Плюс очень сильно очко сжал. Бен, зачем? Ой, господи, Бен, чему? Вот ты зачем? Я сети, я, блин, какой С4? Ты плюс 4 кинул, или я? Я дебил, ты цвет выбирал! Причем тут я? Ты кинул зеленых! И что, блядь? У тебя плюс 4 было, ты мог цвет другой выбрать! Просто на то, что у меня есть. Я тебя засужу, блядь! Я тебя засужу, я твои яйца отрезу! Я тебя разоблачение запишу! Жила была девочка. Я тебе мать взорву. У меня торнадо, блядь, колода у нас будет называться. Я просто кручу, верчу, хуйню сотворить хочу. ГГС, ГГВП. Сюда, нахуй, сосай. Женщина, сука, сила. Главное обосрать, а извиниться это уже обязательно. Извинись перед игроком Вуна. Повезло. Охренеть. Сосите, парни. Последняя катка, нахуй. Насколько же ты везучим надо быть. Насколько везучим. Господи, ну все. Это было реально весело. Не подумал бы, что Уна настолько зайдет людям. Эти 4 части были очень милыми, очень запоминающимися. А кто предложил нас пойти к слову? Я говорила, это никто, мы просто спонтанно решили. Сюда. Понимаете, мы все окажемся в аду за все наши шутки, время этих 4 частей, за наши действия и так далее, и так далее. Мне понравилось. Было немножко грустно в начале, но потом последние 2 победки прям тепло на душе стало. Это потому что я думаю, эмоций очень много. Выиграть. Да, конечно, ага. Я не хотел возвращаться в это говно. А твою хотелку не спрашивали, мы все вам сделали. Вам думать противопоказано. Помогите, пока... меня держат в заложниках. Пока, прощайся с людьми. Пока! Всем пока! Всем новых видосов. Вот как в видосах делают. Пока! 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 Пока!